Всем доброго времени суток. Речь сегодня пойдет, как можно добиться хорошей скорости и тем самым быстро заработать. В первую очередь я применяю вакуумную присоску для структурной плитки. Это для того, чтобы я смог взять плитку с обратной стороны и быстро положить на стол. А для быстрого и равномерного нанесения клея я применяю вот такую вот гребенку с регулятором по высоте. Итак, загружаем клей в эту гребенку. Клей для данной плитки должен быть не меньше классом С2. Гребенка 10 мм. Далее мы не спеша протягиваем гребенку по всей плитке. Ну и в конце для сбора лишнего клея я приготовил вот такое вот гибкое ведро, после чего мы легко скидываем туда лишний клей. Таким образом у нас происходит быстрое и равномерное нанесение. А самое главное, все чисто и аккуратно. СВП в данном случае я применяю 1,5 мм. Отталкиваясь от инсталляции, был выбран данный уровень. Плитку собираем со второго ряда. А после облицовки напольной плитки, первый ряд должен подойти в идеале. Итак, как вы уже поняли, такой способ увеличивает скорость в разы. Ну а с помощью присоски мы быстро берем плитку и кладем ее без затруднений. Правда, приходится еще пользоваться виброприсоской. Так она быстрее ложится на свое место. Для укладки крышки инсталляции я применяю гребенку 8 мм. Так, по крайней мере, я рассчитал. Испробуем новую гребенку. И вообще, мне нравится работать новыми инструментами. Для того, чтобы при высыхании не уменьшился шов, закладываю миллиметровые пластинки для упора и фиксируем малярной лентой. We'll be right back.
Друзья, обратите внимание, как красиво ложится клей. С таким нанесением плитка сама ложится на стену. Ну что же, закончили класть стены, теперь приступим к облицовке напольной плитки. Соответственно, подготовим. После чего кинем полы, первый ряд и еще кое-что. Но это вы увидите во второй части. И чтоб не пропустить самое интересное, подписывайтесь, кто еще не подписался, и жмите на колокольчик. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.